Свежий выпуск «Одинцовской недели» уже приехал в наш город из типографии. Обо всем по порядку. Поздравляем самых родных и любимых! В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. К празднику мы подготовили целый разворот, а у жителей узнали, чего же они хотят пожелать всем мамам. Всем мам здоровье основное, вот, чтобы все у них в доме было хорошо. Хороших, заботливых детей. Самое главное, чтобы дети нас не оставляли без внимания. Чтобы позванивали каждый день, интересовались нашим здоровьем. Семейное благополучие. У кого есть, как говорится, внуки, то внукам тоже здоровье и послушание. Чтобы дети любили, уважали своих мам, потому что, к сожалению, у нас такое бывает и нечасто, что ни во что не ставят, что внуки радовали. Ну и здоровье, здоровье. Удачи в воспитании своих деток, чтобы выросли хорошими гражданами нашей страны. Что еще можно пожелать? Любви, семейного благополучия и материального также. Да только здоровья и терпения. Что ж еще можно желать мамам-то? Всем мамам терпения, здоровья, конечно же, и видеть улыбку и радость своих детей. И, конечно же, чувствовать на себе тоже их любовь, заботу и пребывать в таком всеобщем взаимопонимании друг с другом. Чтобы у них хватило сил для воспитания детей, и чтобы у них хватило времени для того, чтобы собой тоже немножко заняться, радости в жизни и, самое главное, чистого неба. В Подмосковье откроют 181 каток и запустят сервис для онлайн-бронирования сеансов. Ледовая арена парка Малевича уже принимает первых гостей. На Лазутинке включили снежные пушки. Сегодня можно прокатиться по малому кругу в 500 метров, а скоро заработает и 17-километровая лыжня. Жителей округа этой зимой ждут и другие развлечения. В Голицыно проведут независимую экспертизу трех домов в Банном переулке. Вердикт строением без воды и канализации ожидается уже в феврале. У православных верующих начинается рождественский пост. Рассказываем, как провести этот период и не поддаться соблазнам. Мы поинтересовались и у горожан, соблюдают ли они церковную традицию. Мясо, вот это сам колбасы, вот это вот исключаем полностью. Ну, знаете как, придерживаемся, пожилые люди, поэтому придерживаемся одного что-то творожное, вот такое вот, кашки, вот. Так, верю, конечно, в Бога, все, хожу в храм, но не соблюдаю, грешна, но что делать? Здоровье не позволяет. Нет, к сожалению, не соблюдаю. Знать знаю, а соблюдать не соблюдаю. Вы знаете, не всегда получается. Ну, в силу своих возможностей. Ну, отчасти, конечно, как жизненные обстоятельства позволяют, конечно, стараемся соблюдать. Но не очень строго. Коварный диабет. О сладкой болезни с горькими последствиями рассказывает врач-эндокринолог Одинцовской областной больницы. Об этом и многом другом в свежем номере «Одинцовской недели». Бумажную версию найдете на фирменных стойках, а электронную – на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!